Центриоли. Центриоли – это организационные центры. Организационные центры цитоскелета клетки. Состоят они из... Это такие микротрубочки, цилиндры, состоящие из 9 триплетов микротрубочек. Каждые эти триплеты между собой соединены вот такими вот поперечными сшивками. Когда центриоли находятся в основании жгутиков, ресничек, то они называются у нас базальным тельцем. Когда центриоли объединены в пары в клетках животных, и находятся они ближе к центру клетки, они образуют центросому или клеточный центр клетки. То есть это центр организации цитоскелета, центр организации веретеноделения во время митоза или мейоза клетки. В этом случае центриоли во время клеточного деления расходятся к разным полюсам, и каждый из них отвечает за образование нити веретеноделения, за растаскивание хромосом в разные стороны, за образование в каждой отдельной потом клетке своего клеточного центра. Образуется он в результате деления, дупликации уже существующих центриол.